I'm alive. Скажи всем привет. Всем привет. Я хочу снимать видео. Ах ты деловой. Что за мультик ты смотришь? Волшебную королеву. Да, вот такой мультик. Всем привет. Я вчера так и не приготовила вареники. Сейчас собираюсь готовить. А еще мне пришел заказ Мари Кей. Я заказала солнцезащитный крем себе. SPF 30. И тушь для ресниц. Я обожаю Мари Кей тушь. Вчера такие вкусные капкейки получились. Мы их уже почти все съели. Сейчас доедим. Вот такая колбаска у меня получилась. Сейчас буду нарезать. Нет! Ну, я хочу один раз. Да, потом много раз захочешь. Фигушки. Мама будет резать, нарезать. Ты мне давай один кусочек мне. Один кусочек. Акулы! Куда они плывут? Туда, в воду! А ну-ка назови, кого ты видишь на картинке. Сначала скажи всем привет. Всем привет. Я вижу на картинке вот Навал и Белуха и Доза Навала. Правильно, Навал, Белуха и Навал. Дальше да. Рассказывай. Они зовут Косака. И что они делают? Они кусаются. Как кусаются? А мама кушать готовит. Макси, это синий кит, а Василий кит. Это горбач. Да, это горбач кит. Белый кит, синий кит. Молодец. Это горбач. Да, горбач, правильно. Да, сын. Дизельная валиды! Правильно, называй, какие там есть. Истица акула, это белая акула. Правильно. Дальше. Это Это парусник, рыба-парусник. Да, рыба-парусник. Потому что у нее, видишь, такой большой парус. Да. На спине. Она вот так бьет. Это она похожа на голубой. Да. А вот это не парус. Это медь. Правильно. А вот тут боится, вот белая акула. У нас на завтрак ленивые вареники. И смотрим «Земля до начала времен». Климке нравится. Клим, а ну-ка покажи, как ты кушаешь. Я варю борщ. Это я перец нарезала, у меня был замороженный. Капуста. Сейчас для зажарки буду делать. Вот у меня бульон варится, я туда луковицу закинула. Вот моя зажарка. Картошку уже забросила. Вот такой борщ, это мы уже почти доедаем. Даже Климка кушает. Вкусно! Я забыла снять. Вот он, мой борщ. Очень вкусно получился. Сейчас Климка покушает, мы хотим съездить в Мегу, зайти в Марвин, посмотреть, что там есть, какие весенние подарки на 8 марта. На Наурыз, там обязательно должно быть что-то новенькое. Ты куда бежишь? Папа пошел сдавать куртки. Вон на трон его посадить. Вау, клянусь. Ух ты! Клево. Сфоткай его на сотку. Что ты не сидишь? Ну ладно. А ну-ка не носись. Ух ты, клевый набор для Лиски. Тут, кстати, сейчас скидки. Поэтому мы и приехали, что тут скидки. Мне вот эта вот штука нравится. Сколько она стоит? Здесь Марвин предлагает подарки. Идеальные, как и на Новый год. Со скидками для девочек. Классный набор Барби. Интересно, что там внутри?
Можно заглянуть? Вау! И на кукол скидка тоже. Супер! Вот такая кукла у Лиски. Мне вот это еще нравится, кукла Ляли. Куклы Лоренс, это, по-моему, испанские, что ли, куклы или итальянские. Какие клевые принцессы. Надо Лиски взять одну. Вот это мне еще нравится, супер набор. Тут даже олень есть. Интересно, Фроузен все еще актуально? Так, где теперь Сайбель опять потерялся? Я тоже хочу поиграть. Когда-то об этом поезде Клинка мечтал, но у нас уже есть другой поезд. Прикольно. Тут даже появились эти знаменитые жирафы. Супер. Когда у нас будет еще маленький, я обязательно куплю. Вон, смотрите, есть плюшевый и есть такой, который можно кусать. Вон кубики есть с жирафами. А больше всех мне поезд понравился. Мне кажется, Клим бы и сегодня с ним поиграл. Я в детстве мечтала об огромной плюшевой игрушке, но у меня так ее и не было. Ну, сейчас, наверное, это уже не актуально. О, боже. Подушка какая классная. Ути, боже мой, еще вот такого цвета есть. О, вот этот ежик суперский. Больше всех мне в очках нравится. Упс. Нет. Так, все, сидеть. Надеюсь, никто не видел. Сиди. Супермодные рюкзаки. Я бы сама вот такой потаскала. Мне кажется, он здоровский. Ну вот если бы с таким интересом, было бы мне лет 16, было бы здорово. Да я бы даже с таким ходила. Здравствуйте, вы нас помните? Конечно, помню. Ну как у вас дела? Спасибо, Ласка. У нас тоже я, хорошо. Я подписалась на вашу страничку в Инстаграме. Катя, как я могу? Клим, иди сюда. Ему динозавр нравится больше всего. Как я тебе в этом рюкзаке? Ну-ка, что за рюкзак? Да ты че, он же детский. Ну, все равно для прикола. Нет. Мне интересно посмотреть потом, как я в нем смотрю. А, как ты в нем смотришь? Давай подальше. Повернись. Ага. Че, думаешь, не идет? Нет, он слишком детский. А ты ему пальчик в свой рот сувал, он тебе его чуть не откусил, да? Он всех динозавров включает. Только что встретила тетю, которая на Новый год мы снимали, помнишь, елку выбирать? Ага. Она, оказывается, представляешь, посмотрела наше видео и говорит, что очень клево получилось. Слушай, может, возьмем какую-нибудь такую набор? Ага, смотри. А это как у тебя динозавр, да? Клим, смотри, здесь Зверополис есть. Прикольно для фанатов. А. Вау. Ему этот понравился? Нет. Тебе понравился? Да. Вот этого надо брать. Вот. Вот смотри, еще что-то делает. Прикольно, я тоже хочу на таком кататься. Один пришел? А клиента можно кататься на таких? Да ты разобьешься. Сколько вы учились на них кататься? Стал поехал? Да. Просто... А можно попробовать, Саня, попробуй? Не, я не буду пробовать, нафиг. Моментально головой об пол может. А что такого, да прям? Очень легко научиться. Не, ну хотя бы попробуй для прикола, давай. А я тебя поснимаю. А сколько он такой стоит? 140 тысяч. А вообще какое предназначение его? Активный отдых. Для ходить детей... пешком, если не хочешь. Да, тогда всей семье надо покупать такой. Тут мастер-класс. Тут главное понять принцип. Такие милые продавцы. Так, надо Клима искать. Куда он убежал?
Классная стиральная машинка. Пойдем, сына. Нет, я хочу трогать. Сейчас? Чё? Нет. Вояка. Это не мое. Прикольные куколки. С душем еще. С настоящим душем, слушай. Это мечта любой девочки. Кстати, мне вот Барби больше всех нравятся вот эти. Барби-модели, да, это? Да-да-да. Мне кажется, детки сейчас уже отходят от Monster High, и опять Барби в тренде. Мне всегда Барби больше нравились. Monster High никогда. Мне прям уже даже неприятно на них смотреть. Все у меня падает. Клим, ты где такой зонтик нашел? Там. Я взяла костюм доктора. Он со скидкой как раз. Вот, смотри. Тут, в принципе, то же самое, но с чемоданчиком. А тут что такое? А там халат. Зачем ванну убрал? Она же здесь стояла. Ну, Клим, это же для девочек. Нет. Скажи, я бы тоже поиграл. А вот этот стенд тоже со скидкой? Нет? Да нет, завтра будет скидка без вас. А, завтра? Прикольно. Только ночью? Здесь очень добрые продавцы. Они, наверное, уже все видели мои видео и уже знают меня. Мне уже даже как-то неудобно. Я, видите, сбежала. Спряталась все с вами. Я Климасик опять. Я вечно его теряю. Мое спасение, то я одна как дурочка хожу с камерой. Когда Саня с Климом рядом, мне как-то проще. Ты меня потерял. Ликвидация Клима. Не надо серяпучки меня бесеря! Нетушки! Клим, добрый динозавр, да? Привет, Клим! Привет! Ты Арно? Мама. Или Арло? Слушай, оказывается, завтра ночь скидок. Марви, не зря мы сегодня сюда пришли. А что мы пошли, правда, сюда? Не знаю, вот я только что узнала от продавцов. Что делать, не знаю. Завтра что-то еще приехать. Завтра здесь такая толпа будет. Может, расскажешь, а в другой стране кому оттого? А, ну, в общем, самим раскрасить и подарить, да? Классные книжки, надо Маргарите какую-нибудь взять. Извините. Боже мой, какая прелесть. Ой, мне очень нравятся вот такие книжки, только что туда записывать, не знаю. Это тоже красиво, просто няшные картиночки. Няшные, сейчас посмотрим. Мой личный дневник. Интересно, Маргарита будет дневник писать? Далеко ты поедешь, командир? Можно я с вами сфотаюсь? Я на YouTube видео снимаю, как с моим любимым продавцом. Здесь их уже очень много. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Я сегодня фотографируюсь со своими любимыми продавцами. Можно с вами фото сделать? Вы помните меня? Конечно, помню. А можно еще с вами сфотаться? Я сегодня со всеми фотоюсь. Давайте. Здорово. Спасибо. Привет. Клим, ты помнишь тетю? Как дела? Мама, там машина. Покажи. Тете, покажи. Какой большой, да? Страшный? Ты не боишься его? Опа! А ты Рекса знаешь? Рекса. Покажи, покажи Рекса. Да, 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 классно. Вот он самый-самый страшный. Сына, все. Мама с папой уже устали. Не может. На меня смотри, Клим. Все, мы идем домой. До свидания. Всего хорошего, приходите к нам. Спасибо. До свидания. Главное не удариться мне сзади. Все, до свидания. Клево мы сходили. Весело. Так непривычно, что многие продавцы нас уже знают. А теперь мы планируем скушать какую-нибудь гадость. Какую возьмем? Может, пиццу к ним хотел? Пиццу? Да. Пицца реально вкусная. Да? Надо запомнить. Пицца Хат. И вот мы еще суши заказали. Ням-ням. И вот еще. Климасика мы уже уложили спать. Саня сейчас добирается на кухню. Да ведь? Да.
Ой, Мака пришел. Я уже все спрятала, то, что мы купили. Если вам интересно знать, что мы купили, подписывайтесь на канал Клима. Мы обязательно снимем совсем видео. Мы купили ему 2 костюма. Покажу только вот ежедневник, который Маргарите на 8 марта я купила. Вот он классный, прям как книжка, которую хочется почитать. Тут есть кофейки. Может, чай попьем? Чай. После суши ужасно хочется пить. Завтра я проснусь вот такими мешками под глазами. Зачем? Я тебе столько раз обещала, что я больше суши есть не буду. Кстати, из смешных историй о встречах с нашими зрителями. Я однажды встретила девочку, кстати, это было в Марвине, только в Марвине Достыквази. Девочку с братом, они из Астаны. Возможно, ты смотришь это видео, ты точно узнаешь, что теперь идет речь. Она мне говорит, я так люблю смотреть ваши видео, я знаю всех по имени, я знаю все песенки. То есть она всех назвала, спела все наши песенки и говорит, ну только моя мама вас не любит. А потом ходила, говорю, ну я так хочу, чтобы моя мама вас увидела. Говорю, зачем? Она же нас не любит. Всем пока-пока.